Вперед! Повезет найти. Снечка же замолчала, но это никак по-другому не назовешь. Идите сюда. Валим. Ё-моё, а ты откуда взялся? Я спряталась. Побежали. Ё-моё. Отпусти и забудь. Отпусти и забудь. И не надо жалеть мой путь. Отпусти и забудь. Ай! Я тебя прикопаю, я тебя закопаю, я тебя укопаю. Пожалуйста. Help me! Какой раз меня вижу, я иду к выходу. Говсад, наверное. Что мы куда идем? Отпусти и забудь, и не надо мне тут твой вечный путь. Она отпусти и забудь. Опа, и полетели. Ключик. Открой, какая ветка с ключик понадобилась. Угу. Здравствуйте, ящик, ящик. Где ключик? Нету ключика? Что? Раз, два. Где ключик? Нет ключика. Два. Ничего нету. Help! Я иду только к людям, которые кричат help. О, кто-то выходит. А чё он выбрался? Ключик. Чё открыть можно?
закрою. Отпусти и забудь. И не надо мне твой млечный путь. До свидания. Прошу любить и жаловать. Я собственной персоной. Иди ты в ванну. Слушаю. Дверку открою. Меня достали. Гудбай. Предметы, что мы можем купить? Я предлагаю купить зелье. На 5 тысяч. Давайте подождем, когда мы будем 5 тысяч, мы возьмем там всю зелень. Вот, висит тоже с вот этими вещами. Короче, ждем. Ну, короче... Сколько у нас время? Через 3 минуты будет идти тос. И, кстати, будет телохранитель после него. Мне высветится. И потом мне высветится, когда через 1 минуту будет идти пес. Ну, короче, все, заканчиваю. Всем пока. До скорых встреч. Может, сегодня, да, сегодня я еще сниму. Так что до скорых встреч. Пока.